Ради этого наших солдат и гражданских отдали на растерзание? Какой-то бред. Но у нас не было времени разбираться. Рой пожирал холмы вокруг нас. Мы не смогли добежать до верха. Против Титана вышли 4-я, 9-я и 11-я механизированные бригады. Думаю, мало кто вышел. Я потеряла маршрут. Надо вернуться и начать заново.
Голливуд. В тех данных его называли страной грез. Но реальность взяла свое. Похоже на какой-то теплоотвод. Наверное, какой-то охлаждающий аппарат. Лучше его пока не трогать. Это что, буревестник? Может, он как-то связан с этими тучами? Надо приглядеться с воздуха. Осторожно. Земля ждала этого дождя.
Я приближаюсь к острову, на который отправился отряд Энки. Разобраться с ними. Отложу на потом. Thank you.
Теперь можно поискать отряд Энки. Все, путь свободен. Теперь можно поискать отряд Энки. Не придется беспокоиться о запасе. Солдаты Квен. Наверное, они из отряда Энки. Надо взглянуть поближе. Их убили машины. Искателей нет, но у одной из Квен была записка. Они считали, некий Рокома что-то замышляет. Визор поможет мне понять, что именно здесь случилось. Материалы. Может, для плота? Что-то случилось с их лодкой? На этих людей напали машины. Но они отбили это. По крайней мере, первые. Шесть коек, но только три тела. Может, кто-то спасся? Значит, отряд остался без лодки. Они строили плот, и в этот момент напали машины. Энки и еще двое спаслись. Надо поискать следы. Может, пойму, куда они ушли.
Вон там, следы. Возможно, было несколько человек. Одна из пропавших Квен убита в схватке. Ее зарезали ножом. И отсюда тянутся еще две пары следов. Следы обрываются. Дальше что-то тащили. Видимо, лодку тащили отсюда. Значит, кто-то убил Туклин и сбежал. Вероятно, Сэнки, бросив остальных. В той записке из лагеря упоминался некий Рокуму. Судя по всему, он тут замешан. Сначала поищу путевой лист, за которым они шли. Можно начать с руин. Может, с той башни? Thank you.
Может, здесь найдется и путевой лист? Вот он. Тут мешанина из данных, но если в них покопаться, Квен поймут, где искать визоры. Надо добраться до острова, где Теоя видела дым. Может, там я выйду на след Энки. Thank you.
хватило. Дым. Это тот сигнал, про который говорила Теоя? Машина из-за чего-то разъярилась. Ее можно залить плазмой. Ее упало оружие! Бей его!
На том разрушенном мосту солдат Квен. Надо перебить напавшие на него машины. Чужеземка, не подходи близко! Этот остров проклят! Нечего тебе здесь делать. Тут опасно. Вот теперь задай ей жару! Thank you.
поднялся на хвост. Почувствовал, что тебя принят. Я думал, умру на этой клятой скале. Кто бы знал, что за меня вступится чужеземка. Сильно ранен? Заживет. Но каким ветром сюда занесло чужеземку? Меня зовут Элой. Я побывала в вашем поселении. Разыскиваю отряд Энки. Ясно. Я Рокома. Я отвечал за искателей Энки. На острове к западу отсюда мы нарвались на машины. Пришлось взять Энки за шкирку и бежать. Но далеко мы не ушли. Странный водоворот разбил нашу лодку о руины. Еле дотянули до берега. А потом на нас выскочили эти машины. Энки увидел их первым. Принял удар на себя. Вскоре после этого он умер от раны. Если Энки погиб, я должна вернуть его визор. Не будет. Он затерялся в море. Но раз ты здесь, может, у моих товарищей есть надежда. Они остались на том острове. Прошу, ты должна им помочь. Видишь ли, я там уже побывала. Ты врешь, Роком. Ты убил своего солдата, а потом похитил Энки. Все-таки правда вскрылась. Мы разбили лагерь. Энки с напарницей куда-то пошли. Я следом. Они обсуждали какой-то путевой лист. Она заметила меня и схватилась за оружие. Не оставила мне выбора. Ты следил за Энки? В этой экспедиции мне поручили помогать Рэнгу. Рэнг подозревал, что Энки что-то замышляет. И поэтому все, кроме тебя, мертвы. Я одного не понимаю. Зачем просить меня вернуться за ними, раз я могла узнать правду? Это был шанс уменьшить зло, что я причинил. Я успел спросить Энки, почему же он не дал машинам убить меня. Его ответ был прост. Мы заставляем себя творить зло, потому что считаем, что у нас нет выбора. От этих слов у меня внутри что-то перевернулось. Это значит, что всегда есть другой путь. И если ты правда раскаиваешься, ты должен дать отпор Рэнгу. Это он подтолкнул тебя. Признать вину — это одно. Но бросить вызов бюро... Рэнг доложит обо всем по возвращении домой. Меня упекут в тюрьму. Энки промолчал бы. Ну, выбор твой. Главное, помни об этом. Ну так что? Я не могу тебя бросить. За меня не волнуйся. Я соорудил плот. Машин больше нет, так что я доберусь до поселения. Ладно. Тогда я пойду. Если визор Энки затонул вместе с лодкой, есть шанс его достать. Надо найти тот водоворот.
Я скоро отправлюсь в путь. Только чуть передохну. Не волнуйся, я здесь не задержусь. Иди, Элой. С волнами я справлюсь сам. Планирует. Thank you.
цепи визор искателя. Попробую выхватить его из сети. Морозильные снаряды должны сработать.